В общем, такой вентилятор специально для аудиосистем. Выглядит он вот так. Размеры 23 сантиметра, 9 дюймов. Крутятся лопасти. Сейчас подключу от адаптера на 10 вольт. Так, он от 12. И сейчас будет работать от 10 вольт. Разбросал бумажек, что направленное обдув. И сейчас посмотрим, что он сделает с бумажками от 10 вольт. Работает тихо. Ну, проводок отошел. Так что будем инсталить. Надеяться, что поможет.